Здравствуйте, друзья! Вечер. Огородные хлопоты закончились, и я решила с вами поделиться действительно крутым способом подвязки помидор. В прошлом году попросила мужа сделать опоры для подвязки помидор. Посмотрев разные варианты, много видео в интернете просмотрели. Муж поехал на рынок, и в итоге что он сделал? Он выбрал вот такую вот профильную трубу. Двухметровую нарезал. Сверху тоже профильная труба уже диаметром. Такие вот трубочки приварил. И сделал эти конструкции. Что я могу сказать? Второй год. Ежегодно их крашу. Замечательно они себя показали в деле. Очень удобно подвязывать. Не бетонировать ничего, основания не нужно, вот в землю они как воткнулись. При желании можно, если хочется поменять место культуры, перенести их на другое место в огороде и также вставить. Ну, пока что я на одном и том же месте выращиваю помидоры. Помидорки в этом году уже вот первые посадила. По мере роста и по мере необходимости подвязки буду перекидывать веревочки. И подвязывать так, как мне нужно помидоры. При желании эту конструкцию можно сделать как шпалеру. То есть во всю длину натянуть проволоку, как у виноградника. И кто любит выращивать на шпалерах помидоры, тоже этот вариант очень даже годный. Стоимость, в принципе, очень приемлемая. Что-то я до 1000 рублей на металл потратила. И... ну, работа своя, как говорится, муж постарался. Спасибо ему большое. И, конечно же, за один сезон они себя спокойно оправдывают, эти конструкции. И будут служить, я думаю, очень долго. Так что, кому нравится, берите на вооружение. Делюсь вот таким вот опытом. Еще одна конструкция, только деревянная, уже для выращивания огурцов. Такая вот она П-образная. Дополнительными рейками для прочности конструкции. Посередине также рейка, за которую я цепляю вот такую вот сетку для огурцов. В виде шалаша ее натягиваю и по краям с двух сторон высаживаю огурчики в сезон. Посередине у меня мульчируется земля, удобряется. И, собственно, очень комфортная среда образуется для выращивания огурцов. Сверху натягиваю сеточку затеняющую, и в принципе удобно обрабатывать, удобно собирать. Тоже кому нравится, пожалуйста, берите на вооружение, пользуйтесь.